Я приветствую всех на моем канале. Ребята, с вами Сказка. Предлагаю вам провести это время со мной и немножечко поработаем на моей ферме. Посмотрим, что нового. Не было у меня давно видео и решила сделать для вас кое-что новенькое. Хочу сегодня поднять, конечно же, новый уровень. Я уже очень много набрала опыта, осталось совсем чуть-чуть, и наконец-то 188-й все-таки я открою. Итак, сегодняшнее событие. Посетители города будут платить в два раза больше монет. Хорошо, и, конечно же, у нас сейчас проходит Хэллоуин. Вот такие у нас будут праздничные украшения. Мы сейчас посмотрим вместе с вами. Я кое-какие задания уже сделала, кое-какие призы забрала в честь праздника Хэллоуин. Делаем наши маленькие задания и получаем прекрасные награды. Событие длится 8 дней. Угу. Теперь уже время ограничено для того, чтобы успеть взять все украшения, поэтому нужно не пропускать и каждый день выполнять как можно больше заданий, чтобы забрать все награды. А какие же у нас награды? Давайте посмотрим. Жуткие награды в честь праздника Хэллоуин. Итак, я уже забрала вот эти интересные деревья, 5 штучек, монеты, разрешение на расширение. Будет скоро у нас ведьмочка на метле. Пазлик, том, дерево, цветок какой-то такой страшный. Так, очень радует 3 пазлика. И в самом конце качелька у нас с привидением. Ну, в принципе, интересные такие праздничные украшения. И, конечно же, я загружаю все вот эти вот наши задания ежедневные, чтобы их максимально быстро все-таки выполнять. Давайте сейчас кое-что я сделаю, выполню кое-какие задания, чтобы набрать нужные баллы, забрать ведьму для начала, да? Ну, хорошо, так, пироги у меня, кажется, готовы. Собираем пироги. Отлично, ведьмочка моя. Ну, вроде бы это ведьма, не знаю точно. Так, вот такое задание я сразу же удаляю, потому что собак у меня нет. И я не хочу их покупать, приобретать. Я люблю котиков. Поэтому такое задание сразу же удаляю. Я стараюсь минимальное количество заданий удалять, чтобы все-таки успеть выполнить по максимуму и набрать нужное количество баллов. Поэтому, конечно, удаляю только самое-самое такое, что я точно не смогу сделать. Так, супчики тоже у меня готовы. Видите, как хорошо. Я с утречка зашла, посмотрела и все быстренько загрузила, чтобы все у меня было готово. Так, огурцы готовятся по 3, по-моему, там с хвостиком часа, поэтому у меня пока что только одна баночка огурцов. Свечи у меня, скорее всего, нет воска, чтобы сделать в нужном количестве. Поэтому эти задания я сделаю немножечко попозже. Так, и перчики у нас готовятся здесь. Можно перец загрузить, да. По 16 минут, да, это задание я сделаю очень быстро. И, как видите, 190 очков. И, конечно же, да, сразу же я сейчас возьму вот это задание «Кормить коров». И тоже здесь 450 аж очков дают, поэтому такое задание я делаю. В принципе, 2 часа на него потратить, но зато много очков получается. Так, хорошо, и пироги. Пироги с беконом тоже я сейчас загружу. Яйца. Быстренько, быстренько. Работаем максимально быстро. Так, хорошо. У меня, правда, еще пироги перед этим загружены, но ничего. Хорошо. Давайте вместе со мной сейчас заберем награды с фармпасса.
Я уже немножечко даже аж утомилась гонять грузовик, набирать опыт в городе. Я уже очень большое количество опыта набрала таким собственным трудом. Поэтому сейчас хочу немножечко с фармпаса уже добрать вот эти 199 тысяч и все-таки открыть уже новый уровень. Как видите, дорогу я всю прошла. Задания у меня все сделаны, и давайте заберем награды. Самый приятный момент, любимый. Забираем награды. Очень мне понравился этот грузовичок и алмазики для соседей. Все, я отправляю сразу же алмазики моим соседям. Кто успеет, тот поймает по 5 штучек. Супер. Новый уровень. Поздравьте, 188-й. И, конечно же, два расширения, 90 тысяч монет, это, конечно, смешно, но 660 тысяч опыта, это классно. И, как видите, сразу же у меня вот какая хорошая сумма опыта набралась. Конечно, фармпас очень помогает иногда поднять уровень. Ну, в общем, я стараюсь его покупать по возможности, ну, в принципе... Как видите, здесь тоже у нас есть награды, но так много алмазов за них требуют. Некоторые у меня награды есть. Еще когда-то давно я их приобретала. Ага, сегодня можно купить ускоритель. И я, пожалуй, его сейчас куплю, ускоритель на опыт за 20 алмазов. Это нужная очень вещь, потому что... И как видите, на монетке есть ускоритель. Благодаря такому ускорителю можно хорошо во время события на двойной опыт набрать нужный нам опыт. Давайте заберем награды за скачки. У нас были ленивые скачки с кроликом. Мы, конечно же, выполнили все задания, собрали все подковы и собрали всех кроликов, поймали. Поэтому можно смело теперь забрать призы. За наши скачки. Скачки это самые простые, самые ленивые, ничего не значат. Мы не соревнуемся с другими соседствами, поэтому можно их так проходить налегке. Конечно же, я забираю пазлики и разрешение на расширение. Здесь я возьму сырок перышки. Неплохой ускоритель, я возьму ускоритель, потому что для скачек он, конечно же, в будущем пригодится. Здесь медик и, пожалуй, мне для малышки может понадобиться вот такой молоточек, заберу. У меня очень много топоров, поэтому здесь будет панелька. Угу. Нет, такой мне ускоритель не нужен, лучше уже пила. Здесь пусть будет кирка. Здесь тоже будет молоточек. Да, молоточек. Потому что скоро на малышке мне нужно будет прокачать еще раз, очередной раз в городе здание. Поэтому мне молотки могут очень даже пригодиться. Том будет отдыхать меньше. Ну хорошо, пусть будет этот ускоритель, потому что... Мне не нужен ни кирпич, ни брусчатка. Здесь, конечно же, пазлик, гвоздик и разрешение. Все, я забираю мои награды, те, которые нужны мне. Мы, конечно же, чемпионы. Так, хорошо, по скачкам все понятно. Следующие скачки, боже мой, будут цветущие. Это достаточно сложные скачки. Очень-очень коллективная работа, поэтому взвешивайте свои силы, обратите внимание, читайте описание, кто еще не знает, что эти скачки значат. У меня на канале есть видео, как быстро, классно проходить именно эти цветущие скачки. Смотрите видео на моем канале, оно так и называется, про цветущие скачки. Очень много там полезной информации. Я не знаю, буду ли я участвовать в этих скачках, я еще подумаю, но пока что на всякий случай я уберу участие в этих скачках. Ну, я до вечера еще подумаю. Если что, вечером поставлю. Смотрите, как убрать участие в скачках, многие не знают. Мы заходим в настроечки, здесь в доп. Настройках, настройки скачек, участвовать в скачках или не участвовать. Вот такая галочка.
ребята интересуются, многие не знают, поэтому вот я вам покажу, где это находится. Итак, отлично, приехала Мэгги, и у нее тоже праздничные украшения. Можно вот в кое-что поменять, сделать домик мрачный, страшный. Не хочу. Хоть это и праздник, но как-то я разве что сделаю сейчас за 15 тысяч вот такую крышу интересную. Ну, пусть будет, она такая осенняя, оригинальная. Мне нравятся в этом дымоходе эти листья, пусть будет. Сделаю немножечко осенний стиль в доме. Ну, смотрите, в принципе, с моей такой деревянной этой всей основой очень даже хорошо сочетается эта крыша. Ну что ж, оригинально. Так, что нам предлагают? Конечно же, здесь тоже у нас грузовик можно обновить. Даже не знаю, может быть, кузов такой сделать. А давайте сделаем интересный желтый кузов, он классно будет сочетаться с моей крышей. Ну ладно, в честь праздника я, конечно, люблю светленькие, яркие какие-то украшения, но пусть будет такой интересный грузовичок осенний. И витринка у нас тоже, кстати, все новенькая, вот такая. Ее можно поменять, с тыквой поставить. Ну давайте оставим тыкву, хотя у меня в каталоге есть уже к Хэллоуину украшения, можно сделать вот такой с птичками, вокруг домика такая территория и крыша вот такая с воронами зеленая. Ну, крышу мы сделали оранжевую, поэтому пусть будет оранжевая. Так, а по витринке что у нас по киоску? Здесь тоже вот в честь Хэллоуина в прошлом году было украшение, вот такая крыша с воронами. Так, и здесь тоже вот такое было, ящики придорожного киоска в таком виде оформлялись. И в принципе, да, вот такая же тыква, она, по-моему, с прошлого года и осталась, потому что это украшение зима с кроликами. Здесь ко дню рождения было украшение. Ну, в принципе, можно сделать тыкву. Ну, давайте поставим тыкву. Пусть будет что-то новенькое. Ну, все, супер. Праздничные такие у нас получились украшения. Я бы в киоске еще поменяла крышу. Ну, я не хочу прям вот такую оранжевую. Сейчас я быстренько пролистну и посмотрю, что же такое сочетаемое сделать. Можно вот такую доску сделать. Давайте посмотрим, как будет. В принципе, прикольно. Пусть будет доска. Она классно будет сочетаться с нашей тыквой, с вот этой плиточкой. Прикольно. Мне нравится. Напишите в комментариях, нравится ли вам оформление моего домика, грузовичка и придорожного киоска. Я жду ваши комментарии и, конечно же, лайки. Обязательно, как всегда, жду ваши лайки. Так, у меня приехал пароходик, прибыл. Точнее, приехал грузовик, а пароходик у нас прибывает. Поставлю здесь помощь. И рекламка. Конечно, обязательно реклама. На прошлом моем стриме, как помните, я меняла немножечко интерьер, поставила вот такие симпатичные деревья. Совершенно не жалею, мне очень-очень нравится такое оформление. В принципе, фермочка стала достаточно такая зеленая, масштабная и симпатичная. Вот такие обновочки у меня.
принципе, если я соберу все награды здесь, может быть, я оформлю маленький кусочек, сделаю. Но я думаю, это будет еще одно видео, в котором я сделаю небольшой такой дворик в честь праздника Хэллоуин. Я поставлю украшения, ну, в принципе, вместе с вами мы это сделаем. Хочется немножечко территорию обновить, ну, и поскольку еще будет праздник, то почему бы и нет. Здесь вот у меня кусочек такой осени. Осень не самое мое любимое время года, поэтому я буквально маленький кусочек только так вот добавила кое-что осеннее. В принципе, я оставляю все летнее мои украшения, потому что я люблю лето и хочу, чтобы хотя бы у меня на ферме это лето продлевалось еще как можно дольше. Поэтому надеюсь, вам понравилось мое видео. Мы давно с вами не виделись именно на видео. Был стрим недавно, кто был со мной. Было очень приятно с вами пообщаться. Ну что же, ребята, до новых видео, до новых встреч. Всех обнимаю, ваша сказка. Пока-пока.